Сегодня в меню солнечные блинчики. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Соль, 1 щепотка. Вода, 0,5 стакана. Сахар, 1 столовая ложка. Яйцо куриное, 2 штуки. Куркума, 0,5 чайных ложки. Молоко, 1 стакан, любой жирности. Мука пшеничная, 7 столовых ложек. Масло растительное, 2 столовые ложки. Настроение с самого утра поднимут вам и вашим родным солнечные блинчики с куркумой. Приправа абсолютно натуральна, в отличие от красителя, поэтому выпечку можно давать на завтрак и детям. Подготовьте все ингредиенты. Вбейте куриные яйца в глубокую емкость, всыпьте туда же сахар и соль. По желанию можно добавить ванильный сахар, если готовите сладкие блины. Кстати, норму сахара вы также можете увеличить. Аккуратно взбейте все содержимое емкости. Влейте молоко любой жирности, перемешайте и всыпьте пшеничную муку. Аккуратно все взбейте, чтобы в тесте не образовались комочки. Всыпьте куркуму, тщательно размешайте, и последним влейте растительное масло любого сорта, но без запаха. Размешайте и оставьте тесто на 15 минут в покое. Прогрейте сковороду на плиту, смажьте ее в первый раз растительным маслом и влейте часть теста. Испеките солнечный блинчик по 1-2 минуты с каждой стороны. Таким же образом обжарьте и остальные блины, подайте их к столу с медом, сладкими соусами и так далее. Все родные с удовольствием полакомятся такими красочными блинами. Подавайте их с молоком, чаем, кофе и другими напитками. Выпечка вкусна как в горячем, так и в холодном виде. Ее можно готовить сладкой или соленой по желанию. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!